С 29 марта на перекрестке улиц Тимирязева и Ермака изменился режим работы светофорного объекта. Сотрудники управления благоустройства решили скорректировать пофазный разъезд транспорта. При помощи специальной программы была подсчитана интенсивность движения машин и пешеходов, и в соответствии с этой информацией были перенастроены светофоры. Власти надеются, что ситуация на данном перекрестке улучшится и будут реже возникать заторы. У нас разрастается, как известно, микрорайон Авдотинский, так много транспортных средств появляется, да, рядом госуниверситет, студенты. Большой поток пешеходов идет, да, поэтому, значит, были конфликтные ситуации, были предзаторовые, а то и заторовые ситуации на этом перекрестке. Поэтому сейчас, значит, решили немножко изменить пофазный разъезд транспортных средств. Делается это для безаварийного и бесконфликтного пропуска транспортных и пешеходных потоков в данном узле, а также, чтобы увеличить пропускную способность этого перекрестка.